Итак, всем большой привет. Я знаю, что вы ждете результатов. И огромное спасибо, что вы не написываете кучу комментариев, где же результаты. Это показатель того, что все-таки вы нас смотрите из-за того, что вам нравятся наши видео, а не из-за конкурса. Это очень круто. Мы вчера с Максимом уже подготовили номера, но, к сожалению, у нас бумажка испортилась. Хотя, я думаю, в принципе, я сейчас просто вырежу, и не так уж это все и страшно. Участие приняло 60 человек, то есть у вас шанс выиграть 1 на 60. И сейчас все, что мне остается, это разрезать эту бумажку с номерами, их между собой перемешать и достать именно тот номер, который выиграет. Мне уже самой безумно интересно и хочется уже это сделать, поэтому я не откладываю это в долгий ящик и пошла разрезать бумажки. Я взяла такой пластиковый бокс. Да, Максим сказал объяснить вам, почему именно мы делаем это все на бумажке, а не через программу. Потому что вы написали, мы просили вас писать порядковые номера, то есть кто-то написал один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и дальше. Но вы нас не услышали, вы стали писать там пятый номер, потом тридцатый номер. Изначально это все удалялось, потом мы уже просто на это все дело плюнули и решили, что пусть как будет, и будем писать все это на бумаге и будем все это перемешивать. У нас других ножниц нет, поэтому я использую маникюрные ножницы. Всем привет, кстати. Но я ими не пользуюсь. И да, сегодня у нас блог не будет выходить, потому что мы заметили, что вы не успеваете смотреть наши видео, точнее, не все из вас успевают смотреть наши видео. Поэтому сегодня будет только это видео, но я считаю, что для кого-то оно будет очень даже позитивно отличным видео, любимым видео. Возможно, это все выглядит не очень красиво, но, по крайней мере, это будет честно. Вот, а если бы вы все-таки принимали участие, как вот мы писали порядковые номера, сейчас бы мы уже огласили, наверное, все-таки, какой номер. Но теперь ждите. Вот такая коробочка у нас получилась. Вот 60 номерков, все они на месте. Я сейчас перемешиваю все. Ладно. Максим еще хочет честнее. Ты чё? Нельзя так. Давай, закрывай все это дело. Сейчас бац, и все исчезают. Фокус. Ну все, высыпалось. Давай, давай, хватит уже. Так, барабанная дробь. Давай. Итак, сейчас мы узнаем, кто победитель чупа-чупса. Чупа-чупса? Только чупа-чупса, я не буду смотреть. Так, где 11 номер? Что? О, камера. Все, я не смотрю. Кристинка, не смотри. Блин, я сам. Блин, страшно так. Еще раз. Еще раз. Батенька. Вот. Батенька, батенька, батенька. Не мешай, пожалуйста. Так. Он с моей стороны будет. Там есть цифра 9. Так. А следующие цифры вы узнаете после рекламы. И это... Еще я вам хотел сказать, чтобы вы позвонили на нашу линию. И это номер 29. Вот. Вот он номерок. Поздравляем победителя. Мы еще даже не знаем, кто. Пойдем смотреть.
Да ладно. Как ты так переписывал? Вот он. Участвует. Единственное, кто написал именно хэштег, да? Нет, а, нет, 83 есть. 29. Так, вот он, наш победитель. И что, он с Таиланда? Я так полагаю, что этот человек с Таиланда? Да ладно. Мы не поняли даже. Сейчас посмотрим. Самуи. Из Самуи. Поздравляем победителя. И у нас для вас небольшой сюрприз. Если этот человек, как мы посмотрели, из Самуи, если это так, то этот человек обязательно получит от нас подарок. Подарок? Получит от нас подарок. Но мы также очень хотим, чтобы победили люди из России. Да. И если сейчас окажется, что этот человек из Самуи, то мы обязательно отправим коробочку сладостей туда. И сделаем еще, мы не будем убирать эти номерки. Да. Вот так оставим. Сделаем еще одну, потому что я очень хочу отправить сладости именно в Россию. Да. Вот. Да. Один месяц назад. Все честно. Так что, в принципе, условия конкурса все честно. На нас подписаны. Лайк, я уверена, что был поставлен. Месяц назад была подписка, мы это видим прекрасно. Да, Сабина, мы от вас ждем. Сабина Фо. Мы ждем от вас письма на наш адрес ВКонтакте. Обязательно напишите нам, напишите ваш адрес. Мы с вами спишемся и скажем, что вам следует сделать. Ну, а всем остальным спасибо за участие и что остаетесь с нами, потому что ваша поддержка – это бесценно. Ну, а если вы хотите оставаться в курсе последних новостей, то обязательно подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Макс меня бесит, он меня постоянно перебивает. Спасибо вам большое за просмотр. Всем пока! Подписчики, лайкусики ставьте!